UFC 294 обсуждает весь мир, и ты не можешь его пропустить. Оформляй подписку на UFC Fight Pass прямо сейчас на супервыгодных условиях. Торопись, срок предложения ограничен. Пара часов осталось до официального взвешивания. Вчера мы провели легкую тренировку. У нас не было жесткой весогонки, потому что с весом все было хорошо, и сегодня мы просто догоняем последние пару килограмм. Все должно пройти очень гладко, быстро, без вреда здоровью, и мы должны быть готовы выйти на весы даже раньше 9 утра. В общем, я сегодня занимался на беговой дорожке и смотрю налево, а рядом Хамзат Борзчимаев. Я даже немного растерялся, ему осталось гонять пару килограммов, что не может не радовать, но у меня в плане мотивации сегодня на тренировке проблем не было, достаточно было посмотреть налево на Хамзата Чимаева, и есть какая-то энергия, есть что-то особенное в этом человеке, в этом бойце, и мне как фанату не терпится увидеть, как он выйдет и будет биться. Давай, чемп! Вперед! Он будет в лучшей форме, которую мы от него видели в UFC. Мы на официальном взвешивании. В этом мероприятии всегда есть что-то особенное. UFC 294 все перемешалось на прошлой неделе. Теперь у нас 4 бойца чемпионского уровня. Не терпится увидеть поединки. И с точки зрения гостеприимства и того, как здесь принимают UFC, это просто невероятно. Мы рады вернуться в Объединенные Арабские Эмираты и скоро увидимся. Добро пожаловать на официальное взвешивание UFC 294 Махачев против Волкановский 2. И мы начнем церемонию с бойца из коумейн-ивента в среднем весе, бывший чемпион полусреднего дивизиона, будущий член зала славы, нигерийский кошмар Камару Усман. 83,700 официальный вес Камару Усмана. И следующий боец на весах, многие здесь именно ради него, все еще непобежденный четвертый номер полусреднего веса, который будет биться в среднем дивизионе, Хамзат Чимаев. 84-150 – официальный вес Хамзата Чимаева. И двигаемся дальше. Один из бойцов, вокруг которых был построен этот карт, неоспоримый чемпион полулегкого дивизиона UFC, который поднимается в весе с целью взять второй пояс, Александр Великий Волкановский. 70-100 – официальный вес Александра Волкановский. И следующий боец на весах, человек, вокруг которого был построен этот карт, правящий, неоспоримый чемпион легкого дивизиона UFC, Ислам Махачев. 70-300, такой вес показывает чемп Ислам Махачев. Таким образом, мейн-эвент UFC 294 официально в силе. UFC fans, we'd like to welcome you to the ceremonial weigh-in for UFC 294, Makhachev versus Volkanovski 2. Abu Dhabi, great to be back. Thank you all for coming out to the ceremonial weigh-in. UFC President Dana White's in the building. Right now we get to a featured bout in the light heavyweight division. First fighter to the stage, the number 7 ranked contender, Johnny Walker. 205, the official weight for Johnny Walker. And his opponent, the number 2 ranked light heavyweight contender, Magomed Ankalaev. Official weight 206 for Magomed Ankalaev. Встретимся в Вальгалле. Спасибо, парни, удачи вам обоим. Alright, folks, next up, you know what it is, the co-main event in the middleweight division. First fighter to the stage, still undefeated, Hamzat Chimaev. .185 the official weight for Hamzat Chimaev. And his opponent, the former UFC welterweight champion of the world, Kamaru.
the Nigerian Nightmare, Usman! The undisputed UFC lightweight championship of the world. First fighter to the stage, the reigning UFC featherweight champion, moving on up, Alexander the Great Volkanovski. 154 and a half. Сделаем это, детка. And new. And new. And his opponent, the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world, Islam Makhachev. Official weight 155 for the champion, Islam Makhachev. Раунд 2. Чего? Скорее, раунд 6. 6? Раунд 6. Погнали. Давай, выйдем завтра и устроим шоу. Весогонка позади, пару слов о том, что будет завтра. Чувствую себя отлично, это будет невероятно. В феврале мы закатили один из величайших поединков, и впереди раунд 6, так что мы всех порадуем. Погнали. Просто легенда, с нетерпением ждем боя. Аплодисменты, друзья, Александр Волкановский. И теперь человек, ради которого вы все пришли, Ислам Махачев. Финальные мысли в преддверии твоей второй защиты титула. Абу-Даби, рад вас снова видеть. Завтра я покажу вам наилучшее выступление. Спасибо. Спасибо вам всем, ребят. Я знаю, что вы меня поддерживаете. Большое спасибо. Удачи завтра, сэр. Аплодисменты Исламу Махачеву. Абу-Даби, огромное вам всем спасибо. Еще одна ночь. Увидимся завтра.